Сидеться, сказать слово храм, конечно, да. Сюда мы идем пополнить храм. Чуть энергичнее, пожалуйста. На самом деле, мы вчера вот точно такую же дверь открывали. Это были действительно сибирские оливки. Да. Это оливки. Но почему они так вот своеобразные вкусы, да? Ну, может, декоративно. Красиво. Чтобы было понятно, мы с вами пойдем все вот сюда еще. Слушай, Юрий, кстати, как голову ты не потерял, да? Да, а видите, как оно только не отвалилось, как раз на повороте. Трык. Мы туда с вами спускаться не будем, иначе у нас времени просто больше не будет. Храм Афины, что ли? Мы туда с вами ниже спускаться не будем, иначе, как я уже сказала, спустимся не поднимемся, слишком много времени. То, что я хочу вам сказать, во-первых, вы видите белый фрагмент, вы видите восстановленный, конечно же. Более темный, это более древний. То есть никогда здесь заново, что называется, в новую постройку, это не вас ведут. Потому что не будет то самое древнее, это будет новодел, новострой. И это была очень интересная круглая постройка, в отличие от тех прямоугольных, которые, в принципе, встречались всегда в структуре и при строительстве храма использовали. Соответственно, была круглая постройка, 20 дорических колонн стояли по диаметру. И вот этот вот храм он выполнен был на 150 лет раньше, чем остатки храма, который мы с вами видим. То есть он был где-то построен в 6 веке до нашей эры. Храм, который видим, был построен в середине 4 века тоже до нашей эры, остатки которого. Да? Любопытно еще то, что было здесь по внешнему фризу, то есть это на картинке не, соответственно, не сохранилось, и этого мы здесь не видим, в музее я вам просто это покажу, сохранились скульптурные украшения. И вот по внешней такой стороне, вот этот внешний фриз, здесь была изображена битва амазонок с греками, которая называется «Амазона-мафия». Кто такие еще амазонки, мы с вами поговорим. То есть это было вот по, решено по всему диаметру этого храма. Выше от нее правее колонны сохранившиеся. Это храм, а то, что осталось от храма Аполлону. Чуть выше видите чашу театра, а вот стадион его здесь не видно. Он еще выше находится. Я могу сказать, что до стадиона все не дойдете. Смотрите, то есть это та археологическая зона, куда мы с вами пройдем. Сокровищница Афинян прекрасно сохранившаяся, и все частично восстановлены. Чуть выше чаши театра, немножечко правее, колонны сохранившиеся, это храм Аполлона. О, а это что, орел? Кто это летит-то такой? Орел. Сфоткай это чудо летающее. Вон оно. Смотри, орел или что это? Приблизь его. Урол. Стой. Урол. Я его поймать не могу. Зависни. Зависни, я еще не могу найти. Я его не могу. Пытаюсь. Вон. Орел, орел. Вон, да ты его найди. Слышь, я его поймала. Снимай. Я его уже съела. Нет, он просто не реагирует. А, он интересно получилось. Да. Вау, несколько. Вау. Лапку выстрелила. Вау, позируй. Цикада. Это вот это вот? Да, вот эта вот муха большая. Это цикада. Это она так хочет. Во. И сюда прикатать. Недовольно. Такие пришли.
получилось. Большая муха. Да, большая цикада. Во-первых, если вы посмотрите, там на всех языках мира, в том числе и на русском языке, есть, называется это послание от девочки, которая жила в 5 веке до нашей с вами эры. И зовут эту девочку Мерфис. Она умерла при эпидемии тифа, которая была в ту эпоху. От этой же эпидемии умер и, конечно же, Великан, то есть тот самый вождь афинской демократии, при котором строятся самые значимые объекты того мирового культурного наследия, то есть строится новый Акропольский холм. И вокруг Акрополя, а естественно достаточно большую часть некрополя, оказалось, что череп вот этой девушки, он сохранился прекрасно. И лишь только спустя, скажем, примерно 100 лет удалось, в принципе, с помощью современных технологий нарастить, скажем так, условную мышечную массу и, в принципе, увидеть лицо той самой девочки. Череп, который видите, это всегда подлинник. Ей 11 лет. И это послание, которое здесь на всех языках, это послание к тому, что мы с вами обращали на наше с вами здоровье, на здоровье детей. Это выставка, которая организуется совместно с ЮНИСЕФ, то есть под защитой здоровья, да, за здоровье детей в первую очередь. И это как бы такой крик своеобразный, да. То есть если есть такая возможность, конечно, не оставайтесь равнодушными к таким детям, которым нужна эта помощь. То есть как проходила работа? Только не только на стендах это видно вот позади, которые немножечко мы так с вами миновали, но, скажем так, люди, которые или пластические хирурги, или те скульпты, которые работают по воссозданию лица, они наращивали сначала определенные, скажем так, хрящей, потом мышечную массу, и потом оказалось, что мы, в принципе, увидели лицо девочки. А так как она выглядела, посмотрите. То есть это девочка, которой 11 лет, предполагает, что она так выглядела и жила вот в 5 веке до нашей с вами эры. И вот это как раз тот самый крик о том, чтобы, да, обращать внимание на свое здоровье. Это макет того археологического парка, куда мы с вами сейчас, ну, через какое-то время будем проходить. То есть то, что мы с вами здесь видим. Вот эти маленькие храмики перед вашими глазами открывающиеся, это, безусловно, те самые сокровищницы, которые когда-то строили самые известные греческие города. Воспользуюсь указкой, чтобы... То есть вот эта сокровищница, это все сокровищница, одна из которых хорошо сохранилась сокровищница Афинян. Да, вот она. Дальше, конечно, вот она, священная дорога, которая, делая несколько поворотов, нас с вами в итоге приводила к храму Аполлона. И это тот самый храм, остатки которого мы с вами увидим. Плюс, также мы с вами увидим очень интересную глыбу. Вот что происходило на этой глыбе, я вам непосредственно в археологической зоне расскажу. Плюс, здесь когда-то стоял охранник храма Аполлона, своеобразная колонна с изображением сфинкса. Мы с вами в музее через некоторое время именно эту скульптуру и, во-первых, на археологической зоне место, где она когда-то стояла, увидим. Плюс, действительно, здесь этот священный участок, он, как я вам рассказывала, в большей степени был, ну, кажется, большим за счет образовавшихся своеобразных таких площадок. Если вы внимательно присмотритесь, то он своеобразными ярусами располагается. То есть первый ярус, второй ярус, третий ярус. Для чего? Для того, чтобы можно было грамотно, просто на достаточно маленьком таком участке расположить все храмы. И вот, конечно, к храму Аполлона всегда вела священная дорога. Делая несколько поворотов, она приводила всегда к храму. Плюс, поскольку принимались здесь сюда и разыгрывались, скажем так, музыкально-театральные состязания, то вот на этой сценической площадке, на этой сцене театра, которая была восстановлена во время второго века, ну, нашей эры, при Гердеотическом, театр был восстановлен. Чуть выше, то есть где-то вот здесь, находится театр, стадион, прошу прощения. Те небольшие стенды, которые вы видите, сейчас здесь позиционируются просто открытие новой археологической зоны, которая находится также на побережье Карельского залива Ямского моря. Место называется Мамориус. То есть это был такой древний город, который занимал достаточно важное значение как в древнюю эпоху, так и в римскую эпоху. То есть он был ключевым, потому что это был город-порт, да, который сохранились руины, конечно, городских кварталов. Идет сейчас позиционирование, скажем, открытие нового этого археологического парка, где можно также его посещать, прогуливаться, соответственно, узнавать историю той самой Древней Греции. То, что я вам здесь, конечно, хочу показать, это та своеобразная карта археологической зоны, куда мы с вами пройдем. То есть воссозданная. То есть мы такого, к сожалению, блеска с вами не увидим. Но однако, это действительно было богатое место. А я вам говорила, что для древних греков Дельфы или та же самая Олимпия, это не было просто, вы знаете, таким местом, где проводились Дельфийские или Олимпийские игры. Это прежде всего был религиозный центр. Это то место, где жил Бог.
И действительно, это было место по значению, наверное, сравнить только с Ватиканом. Вот это были древние дельфы. Плюс ко всему, помимо вот такого религиозного значения, оно играло колоссальное значение с точки зрения хранения казны. Потому что здесь, можно вообще с уверенностью сказать, хранилась казна всей античности. Потому что помимо того, что приносились дары непосредственно к храму Аполлона, специально античные города строили сокровищницы. И каждая вот этих сокровищниц, она, конечно, содержала в себе вот эти богатые посвятительные дары. Очень много было изготовлено из золота, из бронзы. К сожалению, ни золото, ни бронза до нашего с вами времени не дошла по одной простой причине. Было все разграблено. Золото и бронза, все было просто-напросто расплавлено. Поэтому мы с вами увидим лишь небольшой сегмент вот этого золотого, то, что было здесь когда-то обнаружено. Плюс ко всему, опять-таки, это был определенный участок, который был окружен крепостной стеной. И если бы мы вовнутрь с вами зашли, то, конечно, у нас глаза просто были ослаблены вот от такого огромного количества скульптуры, которая здесь когда-то хранилась. И любопытно то, что, например, проходя через этой священной дороги, мы сейчас, конечно, не увидим эти древнегреческие скульптуры, но тогда мы могли увидеть соперничество двух городов. Смотрите, как интересно. Я вам говорила, что если греки не воевали с внешними врагами, они начинали воевать между собой. Вот ярчайшим примером вот подобного состояния являются так называемые мессинские войны, которые шли 300 лет, когда Спарта воевала с соседним государством с Аркадией. Вот эти области, находящиеся рядом друг с другом, соответственно, нашли вот это отражение в сопротивлении не только, что называется, в военных действиях, но и в скульптуре, то есть была своеобразная конкуренция. То есть у нас с вами спартанцы ставили свои бронзовые скульптуры, посвященные героям, одержавшим победу. Одержали победу в войне против аркадцев. Аркадцы же ставили свои героям скульптуры, которые одержали победу в войне против Спарты. Хорошо понимаете, что спартанцы, они не были ни землевладельцами, они не были скотоводами, они были воинами в первую очередь. То есть у них главная задача была это воевать. Вот поэтому 300 лет продлились эти мессинские войны. Соответственно, даже здесь, в такой скульптурной, скажем так, композиции нашло это отражение, потому что они друг напротив друга ставили, то есть кто богаче, да, кто лучше. Далее, конечно, мы с вами пройдем и увидим сокровищницу Афинян. Она единственная, хорошо сохранившаяся. Сокровищница была здесь построена после победы греков при Марафоне. Помните, когда персы в начале 5 века вторгаются в Грецию? Несколько раз были сражения. Вот в 490 году была знаменитая битва при Марафоне, когда вождь, скажем так, Афин, Мельтиад, он одерживает победу над первым персидским царем. И тогда пробежал, естественно, тот самый марафонец, сказал, прибежав в Афину, что мы победили, умер. Да, отсюда марафонский бег. И вот после того, как они выиграли первую, собственно говоря, битву, они строят здесь специальную сокровищницу, которую и называют ее Афинине от, при битве, после, то есть после битвы при марафоне. То есть так ее и назвали. И вот в течение потом, всего практически 5 века, сюда будут свозиться огромные посвятительные дары, огромнейшее количество. Это то, что нужно было выразить, вот это величие Древней Греции. И в полной мере, конечно же, это место оно выражало. Плюс ко всему, конечно, центром является вот тот самый храм, посвященный Аполлону. Я вам говорила, что древнегреческие храмы, они не были белокаменными, они были все расписные. Поэтому внутри, вот это внутреннее помещение целое, оно расписано фресками. И хорошо понимаете, что обычно всегда брали за основу два цвета. Это синий и красный. А как добывали, ну, скажем так, как получали желтый, например, цвет? А желтый цвет заменял металл. То есть это были бронзовые украшения или золотые украшения. Вот и был тот самый желтый цвет. Плюс ко всему, конечно, далее, если вы прошли бы, мы с вами видели бы здесь когда-то стоящую знаменитую колонну, созданную из состоящую из змеевидных тел. Треножник этой колонны был из золота, он был расплавлен в византийскую эпоху. Кто-нибудь был в Константинополе, то бишь в современном Стамбуле? Возможно, кто-то там побывает в ближайшее время. Так вот, при входе на ипподром вы увидите вот эту самую колонну. Потому что во времена византийских императоров она просто была вывезена отсюда. Она просто была разграблена. Поэтому императоры вывезли эту колонну, установили ее при входе на ипподром, соответственно, в современном Стамбуле. Далее, конечно, мы с вами пройдем к тому самому театру, и чуть выше у нас с вами будет находиться стадион.
вам здесь показать. Во-первых, тоже очень интересно и любопытно. Ну, своеобразная конструкция. То есть некий такой котел, стоящий, бронзовый котел, стоящий на медном треножнике. Они не являлись и не являются только единой конструкцией. То есть они были найдены в разных местах, но они произведения одной эпохи. То есть это сделает так эту конструкцию. На самом деле это были две разные совершенно части от разных элементов. Предполагается, что этот треножник, возможно, был одним из сотни треножников, которые здесь когда-то находились. И он, если изготовлен, конечно же, из меди, и, естественно, вот эти вот медные ножки в виде таких вот, ну, копыт, да? Плюс ко всему, бронзовый котел. Какой цели он вообще служил? Для чего он нужен был здесь? Не забывайте, что сокровищница или святилище Аполлона, храм, посвященный Аполлону, здесь выстраивается, датировано, да? Где-то на рубеже 6-5 века. До этого периода здесь тоже было святилище, но оно принадлежало богине Земли, той самой Гее. Здесь поклонялись именно вот этой первой богине, да, богине Гее. Но лишь только после того, как она утрачивает свое значение смысловое именно в истории, да, и в религии, безусловно, античных греков, тогда на ее месте возникает храм Аполлона. Но это не противоречит друг другу. Вот эти все детали, которые вы здесь видите, они были обнаружены рубежи и датируются 8-7 веком до нашей эры. То есть это было до того, как здесь было святилище Аполлона. Скорее всего, был некий храм. И чтобы переступить порог этого храма, необходимо было пройти какую-то вот эту своеобразную процедуру очищения. Поэтому вполне возможно, подозреваю, что внутри вот потокового бронзового котла было возможно или какие-то благовония, или какая-то священная вода, там, где нужно, собственно говоря, было опустить просто руки, пройти эту процедуру очищения своеобразную. Что же касается изображения таких грифонов, я вам могу сказать, что грифоны и сфинксы, они являются вообще традиционным орнаментом, который использовали в вышивке одежды, украшении какого-то определенного, создания определенного декора, определенных скульптур. И, конечно, в основном это то, что символизировало своеобразную охрану, своеобразную защиту. Ну и плюс еще грифоны очень часто заменялись вот теми самыми орлами. Наверное, мы неспроста здесь орла увидели. По одной простой причине, в той самой точке, где светились эти два орла, был как раз образован, не забывайте, куб земли. Символично, да. Вообще, на самом деле, тоже очень интересно и любопытно. Небольшие детали, которые вы здесь видите, называют такими, скажем, поклонением животным, да? Многие вообще представляли, почему-то говорили, что это были дары, которые были преподнесены исключительно детьми. Но это в меньшей степени, скорее всего. То есть это поклонялись, собственно говоря, животным. Для того, чтобы, допустим, было, скажем так, удачное разведение хозяйства, да? Если были какие-то небольшие конезаводческие, небольшие предприятия. Да? Соответственно, здесь поклонялись той самой богине Земли, которая дала бы силу, для, чтобы все эти, соответственно, животные были безусловно, это вас сразу притянуло взгляд, и то, что вы видите. Это, конечно, тот самый охранник, своеобразный охранник святилища, естественно, Аполлона. Это была 10-метровая хроническая колонна, на вершине которой базируется уже 2-метровое изображение сфинкса. Вообще, что такое сфинкс или кто такой сфинкс? Сфинкс или сфинга, как вернее будет по-гречески звучать, это тип некое мифическое существо с головой женщины, с полгающим вами и с крыльями некой птицы. И, между прочим, сфинкс, он, или, скажем так, стоял на страже города Фивы. Мы очень условно можем говорить, что стоял на страже города, потому что он никого в этот город попросту не пускал. И сфинкс или сфинга, она загадывала единственную загадку, которую, если человек не отгадывал, то, соответственно, она его сбрасывала со скалы. А загадка была следующего характера. Кто ходит утром на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? Это человек в младенчестве, во взрослом возрасте, и, конечно, в старости, когда прибавляется эта самая 3-я нога, да, турка. Так вот, единственный человек, который отгадал именно эту загадку, был царь, будущий царь Фив, царь Эдип.
Мы в психиатрии с вами знаем такой термин, как эдипов комплекс. Что это такое с ним произошло? Вот когда-то царю Лаю, с действующему царю Фиру, было предсказано, что тот ребенок, который родится у него, вот его супруги Иокаст убьет его и женится на собственной матери. Чтобы этого не допустить, он приказывает своему ближайшему слуге унести этого ребенка и оставить на сиденье диким зверям в лесу. Слуга исполняет это приказание. Но на счастье этого ребенка, или, получается, на злую ту самую судьбу этого города, через этот лес проходит бездетная чета царей Коринфа. Они берут этого ребенка, они воспитывают его как собственного сына, не открывая ему секрет, что он является не их родным. И он, конечно, движим вот великими свершениями, подвигами, он отправляется к Каракулу Дельфийскому, чтобы узнать, собственно говоря, свою судьбу, что он должен совершить, какие подвиги. А ему оракул говорит, что ты должен убить своего отца и жениться на собственной матери. Конечно, чтобы этого не допустить, он не возвращается в Карин. Он идет, гоним вот этим злым рогом в сторону города Фивы. Он встречает некого старца, который не уступает ему дорогу. Он убивает этого старца. Приходя дальше, он увидит сфинкс, который загадывает ему загадку, которую он отгадывает. С горя сама сфинга, она сбрасывается со скалы в море. Он приходит дальше в Фивы и узнает, что, собственно говоря, он является тем героем, который освободил город от этого злой напасти. Но при этом мертв старый царь. Он женится на действующей царице Фивы, не подозревая о том, что он является, собственно говоря, ее родным сыном. Когда у них рождается 4 детей, 2 сына, 2 дочери. Когда он вырастает на город боги, да, из-за того, что город был как раз в этой скверне находился, потому что это было какое-то грехопадение, естественно. Поэтому боги посылают на этот город мор, была чума. И чтобы опять-таки узнать, что же, из-за чего же это все произошло, происходит, он должен опять-таки спросить, у кого оракула, у слепых провидцев. И один лишь только провидец открывает ему секрет, что говорят, что ты убил своего отца, женившись на собственной матери. Он не в состоянии это пережить, он уходит из города, чтобы город как раз очистить от этой самой скверны. И, соответственно говоря, ослепляет себя, при этом умирает своими грехами. Именно такой скульптурой связана такая драматическая история. Но я могу сказать, что подобных драматических историй в истории Греции было, немалое количество. Мы еще это говорим, как многие, в общем-то, себя друг друга убивали. И, в принципе, абсолютно нормальное явление. Возвращаясь к этой скульптуре, я могу сказать, что с точки зрения скульптуры, конечно же, здесь изображение очень интересное. Во-первых, это действительно ионическая колонна. Я вам говорила, что ионическая колонна, она отличается от колонны дорической, то есть если дорическая была такая мужская, да, и она сразу базируется, как сама колонна, не имеет вот этой такой основы, сразу базируется на площадке. Ионическая, она имеет вот эту базу, имеет эту основу. И плюс эпитель, то есть вот эта верхняя часть, она имеет некое украшение. В данном случае это своеобразные такие валюты, то есть это то, что напоминает о женских кубрях, о женских волосах, или иногда называют действительно своеобразными буквами. Не случайно, что именно потом, в следующую эпоху, именно ионическая колонна будет заменять знаменитыми женскими колоннами кариатидами. Самые первые кариатиды появляются здесь, в сокровищнице города Сифус. Если немножко разберемся, вы увидите сразу две кариатиды, которые поддерживают путь некой, скажем так, перекрестия. Но плюс ко всему, конечно, самый известный город Сифус. То есть храм Эрихтеон, южный портик, на месте еще одного мифического царя Афин, царя Кипропа. Плюс ко всему, сокровищница Сифуса, которую вы видите, она была не только очень интересна теми креативами, которые стояли и заменяли своеобразные колонны, но она была еще интересна своим внешним признаком. Что это был за внешний признак? То, что я вам хочу здесь показать, как раз это та самая внешний такой барельеф, внешний приз сокровищницы Сифуса. И он решен в двух композициях. То есть две истории нам здесь рассказывают. Сюжеты Троянской войны и сюжеты гигантомахии. То есть войны греков на олимпийских богов, прошу прощения, с гигантами за власть на земле. Так вот, то, что мы здесь сейчас с вами видим, это сюжет Троянской войны, когда действительно боги, совет богов, когда боги выносят решение, что да, кто-то будет сражаться за, естественно, трон, кто-то будет сражаться за Ахетти. И вот здесь мы с вами видим ту группу богов, которая, естественно, покровительствовала Трое. И кого мы с вами видим? Ну, это, конечно, бога неорганизованной войны того самого Ариса. Очень хорошо понять, потому что он в военных доспехах находится. И он тут целый мужчина. Рядом с ним выседает, безусловно, богиня красоты и молодости Афродита. Я вам могу сказать, что Афродита всегда будет изображаться вместе с Арисом. Почему? Да потому что она с ним изменяла. Своему мужу, Гефесту.
Соответственно, Гефест будет всегда стоять как-то в стороне. Плюс ко всему, рядом у нас Афродита. Здесь у нас восседает богиня Артемида. Рядом с ней ее родной брат Аполлон. Хоть и Аполлон был у нас с вами богом света, но он не носил, естественно, никаких доспехов. Поэтому у него здесь определенного характера одеяния. Ну и, конечно, волос короткий, который говорит о том, что все-таки это мужчина. Рядом с Аполлоном восседает их отец. Зевс – громовержец, фрагмент, который не сохранился. А вот здесь уже боги, которые противостояли тому самому покровительству Трои. То есть они просто, наоборот, покровительствовали Микенам, то есть тем самым грекам, которые боролись за возвращение Елены, собственно говоря, к мужу Спарта Милан. И вот здесь мы с вами видим богиню Афину. Как я понимаю, что именно эта богиня Афина, а не какая-либо другая? Ну, не только потому, что я прочитала это. Пойдемте вот посмотрим другой сюжет. То есть, а это уже гигантомахия, то есть война греков, война олимпийцев с гигантами за власть над землей. И вот снова Афина. Есть одна характерная черта. Если вы внимательно присмотритесь, плащ у Афины, он соткан из змеевидных тел. И этот плащ, он был соткан на острове Эгина и называется Эгида. Вот откуда идет такое выражение, вы находитесь под защитой или под эгидой. То есть плаща или щита, как очень часто под ним понимали, богиня Афина. И плюс, конечно же, она у нас здесь сражается с одним из гигантов, она его в итоге, конечно, победила. Здесь мы видим уже, в общем-то, падающего этого гиганта. Я могу сказать, что вот такой же сюжет мы с вами видим послезавтра в музее Акрополя. Но там, конечно, будет масштаб, скажем так, 1 к 20. Там увидим двухметровую статую богини Афины, которая окончательно победит гиганта, потому что от гиганта останется лишь только маленькая часть ступни. Рядом с богиней у нас с вами Афины рождается богиня Гера, вот та самая ревнивая супруга. Помните, я вам говорила, что все храмы были расписные, все имели цвет. Так вот здесь характерной чертой имеется то, что сохранилось цвет красный, цвет волос богини Геры. Плюс, если вы внимательно посмотрите, отверстия в районе ушей, в районе, возможно, где были некие веночки. Это все было изготовлено золото или бронзой. Конечно, это было просто все снято. Естественно, переплавлено. Украшения у богини Афины и также, видимо, какие-то броши. Это тоже было изготовлено из драгоценного или полудрагоценного металла. Также любопытно, что здесь часть копья богини Геры была изготовлена из металла, а часть действительно была из мрамора. То есть такая определенная была, ну, скажем так, видение, да, то есть не просто это схематично нужно было все показать, а пытались найти в этом какой-то интерес и изюминку, то есть какой-то ноу-хау применить своеобразное. Вот это все были те самые внешние фризы сокровищницы Сипнуса. И проходим в следующий зал. Так вот, то, что мне хочется вам здесь показать, это тоже дары. Во-первых, все, что вы видите, это или сохранившиеся фризы от храмов, или же это дары, которые были преподнесены в данном случае городом Аргосу и сюда, к храму Аполлона. И вот две скульптуры, которые вы видите. С точки зрения скульптуры, они, конечно, еще архаичны. То есть они были действительно изготовлены в эпоху архаики. То есть когда не было знаний и не было мастерства, с помощью какого, собственно говоря, инструмента, происходили по каждому. Поэтому мастера не просто получили создавать свою скульптуру. И, конечно, она еще и затея к более древнему искусству. То есть многие из вас, зайдя сюда, сказали, боже, ну вот наверняка что-то египетское напоминает. Это определенные волосы, да, миндалевидные крупные глаза. Но, конечно, фигура еще этого периода, она непропорциональна. В чем заключается ее непропорциональность? Смотрите, действительно слишком большая голова. Скованность, она видна во всем абсолютно теле. Да, приобретает фактуру мужской черты, потому что это все-таки юноша, то есть это все-таки изображение мужчин. Но при этом руки действительно очень плотно прижаты друг к другу. Тело. Но посмотрите, что самое интересное, самое главное делает эта скульптура. Она начинает ходить. Но если мы с вами делаем шаг, да, у нас идет та самая инерция движения. Вот здесь этой инерции движения нет. Вот он правильно показал, смотрите. Если мы сделаем просто шаг, просто, у нас получается нога, она висит в воздухе. Скульпторы, чтобы показать, что все-таки шаг есть, они удлиняют отсюда левую ногу. Если мы с вами поставим рядом, она будет совершенно другого размера, да? Она будет как длиннее, чем правая нога. Но это попытка придать скульптуре действительно движение. Да, левая нога удлиняется, при этом действительно такой внутренний стержень он остается. То есть нет этого движения, нет этой легкости, которая будет следующая эпоха. А между прочим, у этих двух юношей есть история, почему именно Аргус.
давит их сюда Аполлона. Дело все в том, что они были сыновьями жрицы храма Геры. В Аракус было известно, что это было самое главное место, где поклонялись именно этой богине. На Пелопоннесе находится. И вот когда приближались торжества по случаю дня рождения, или, скажем, торжества по случаю дня Геры, мать их, жрица этого храма, она собрала повозку с богатыми посетительными дарами. В эту повозку должны были быть впряжены белые быки. Но они не пришли с полей, а время, собственно говоря, уже подходило. Тогда два юноши, ее сына, они просто впрягаются в эту повозку. И проделав многокилометровый путь, они доставляют эти посетительные дары к храму Геры. Конечно, вся та публика, которая вокруг собралась, они настолько были поражены поступку юноши, что они попросили их мать, жрицу этого храма, обратиться непосредственно к самой Гере, чтобы та одарила этих юношей, ну, преподнесла самый лучший дар, который может подарить вообще богиня и верно подданным. Этой ночью эти два юноша, они засыпают в храме, но утром они не проснулись. Потому что мирная смерть во сне, это была действительно лучший дар, который могла сделать богиня. Она их таким образом забрала с собой на Олимп. По другой версии, то есть это одна история, по другой версии, это два родных брата, одного из которых звали Палукс, а другого звали Кастор. Один был смертный, а другой был бессмертный. Это братья Диаскуры. Это другая версия. То есть, какая вам больше нравится, такой и применяйте. Вот то, что вы здесь видите, это один из немногих залов, где вообще, в принципе, это единственный зал, где можно увидеть небольшие части золотые. И это сохранилось совершенно случайно. Когда археологи проводили работу, они поднимали плиты, то есть те самые, на которых была покрыта священная дорога. И под одной из плит они увидели, что это все просто сложено в одну большую кучу. То есть, возможно, кто-то захотел это украсть, да? Но что-то ему помешало. И тем не менее, это сохранилось до нашего с вами времени. И что мы с вами видим? Все, что серого цвета. Так вот, все, что видите серого цвета, это слоновая кость. Все, что видите золотого цвета, это, конечно же, золото. И, скорее всего, вот из слоновой кости, это были какие-то украшения, например, для деревянного ложа, или для деревянного трона, возможно, для каких-то деревянных ларцов. Дерево, к сожалению, истлело, но слоновая кость, она сохранилась. По некоторым небольшим таким фрагментам мы даже не можем понять вообще, что это изображено. Например, фрагмент под циферкой 6, если вы развернетесь, вы увеличенную фотографию увидите, то, между прочим, изображение, как аргонавты во главе, естественно, с Хисоном, прогоняют гарпий. Это те гарпии, которые мешали старту Хинея. То есть не давали ему, собственно говоря, кушать еду, налетали постоянно. Вот это сюжет, который очень хорошо угадывается. Что же касается других деталей, которые мы с вами видим, предполагается, что это все были дары малазийских владык. Поэтому есть еще вот такая восточная, скажем, небольшая линия в, скажем, изображении этих скульптур. Как они изначально выглядели? Во-первых, был изготовлен деревянный каркас. Деревянный каркас крепились открытые части тела, это была слоновая кость. Закрытые части тела, как одежды, волосы, это было, конечно, все изготовлено из золота. И, между прочим, перед нами никто иной, как сам Аполлон. Это изображение Аполлона. Если вы внимательно присмотритесь, голова, она, конечно, еще тоже лишена вот определенных таких пропорций. Слишком большие уши, неестественно выступающий подбородок, длинный нос. Но при этом я вам могу сказать, что вся скульптура до 5 века, до нашей с вами эры, она имеет улыбку, она улыбается. Потому что в мире все хорошо. Нет ни трагедии, ни войн, никаких разрушений, поэтому нет повода для горя и печали. Поэтому она улыбается, так же, как улыбается наш с вами Аполлон. Улыбаться она перестанет после персидских войн, после того самого тифа, который пронесется по Афинам. Когда много будет погибших, да когда будет много пострадавших. Поэтому повода для радости становится меньше. И скульптура теряет ту самую улыбку. Но до этого периода она вся улыбается. Это вот характерная черта, именно скажет, скульптуры до классического периода искусства Греции. Также, если вы внимательно присмотритесь, изумительные работы глаза у Аполлона. Они обрамлены в золотые ресницы, и, конечно, полудрагоценные камни вставлены в глазницы. Рядом с Аполлоном вы дальше видите здесь, конечно, его родную сестру Артемиду, которая тоже нам с вами улыбается. Но, к сожалению, хуже всех сохранилась их родная мать. Предполагается, что это и есть та самая богиня Лета, то есть Латона. Далее то, что я хочу вам показать. Это, конечно, изображение быка. Мифологию читали? Да. Сказки. Миф читал? Да. Я грецкий. Но не читал. Так у тебя будет повод сказать родителям, купите мне миф и куны, я почитаю их.
Вот, то, что вы здесь видите, это дар острова Крит. Вполне логично, именно что там. Именно, совершенно точно, да. Не помнишь, что там произошло? Что там на острове Крит жил Минотавр, и ему там, по-моему, каждую неделю должны были привозить юноши и девушек из Афин. И выпало на сына царя. Его отправили на сидение Минотавра, но он победил его. А царь ему сказал, что если ты выживешь, вот, можешь там быть, то возвращайся домой с белыми парусами, а если нет, то с красными. Он забыл поменять паруса, и его царь сбросился с скалы. Поэтому море называется Эгейским морем, потому что царя звали Эгей. Это был отец Тесея. Но Тесея действительно был тот юноша, который убивает этого Минотавра. Но это, конечно, не Минотавр, это исключительно скульптура быка, которая являлась даром острова Крит, символом которого как раз и являлся бык, что вполне логично, почему именно Минотавр и вот эта вся история связана с Критом. Так вот, здесь скульптура была очень любопытно изготовлена. И это было то самое, что называется, революционное решение в скульптуре. Изготавливался железный и деревянный каркас. И дерево, конечно, не сохранилось, вот этот деревянный каркас, но железные прутья, они сохранились прекрасно. И вот на эти железные каркасы, допустим, или деревянные, набивалось серебро. Вот это все, что серого, видите, это серебряные пласты. Все, что золотого, копыта и часть морды быка, это все золото. Получалось, когда все это набилось, то внутри у нас с вами скульптура была пустой. Да, был тут каркас, это сверху создавался вот игрой определенных вот металлов, их искажения, да, объемы, что внутри оказалось все просто пусто. И это на самом деле было вообще революционное решение скульптуры. Таких подобных скульптур единицы сохранились в Греции. Вот одна из немногих, то, что мы с вами видим, это дар острова Крит. Идемте дальше. Части от старого разрушенного землетрясения храма бога Аполлона. То есть мы с вами увидим остатки совершенно другого храма, который был построен на месте вот этого разрушенного. То есть это предыдущий храм, который выглядел. Снова здесь были те самые дорические колонны, внутреннее помещение, соответственно, внешний был здесь лист, и внутри фронтона была композиция на определенный сюжет. Это было явление бога людям. Как у нас с вами Бог здесь являлся? Соответственно, он управлял своей четверкой лошадей. На четверке лошади осталось лишь только тройка лошадей. И не сохранилось самого Аполлона. Согласно Михаилу, когда он явился в Дельфы, было принесено ему жертвоприношение. И тут можно было в скульптуре в это жертвоприношение вырезать. Очень просто легко. Одно более сильное животное должно было пожирать или поражать более слабое. Поэтому с нашей правой стороны мы видим льва, который пожирает. Лан или Алина? Вот это своеобразное изображение, конечно же, жертвоприношения. Плюс это все было изготовлено и доставлено сюда специально по морю мрамора острова Парус. В Греции есть несколько мест, где добывают высококачественный мрамор. Например, на острове Парус, он в островах Кикладах находится. Это, например, еще гора Пенделикон. Из горы и мрамора этой горы построили весь Акропольский холм. Из мрамора Лигурию построили все храмы на Пелопоннесе. То есть есть несколько мест ключевых, где добывают высококачественный мрамор. Но как, собственно говоря, сюда мрамор доставляли? Я вам сказала, что по морю. А береговая полоса от паруса, чтобы обогнуть весь остров Пелопоннес, это примерно 400 километров. Соответственно, они избирались сухопутным путем, потому что это были горы, да, и постоянное сменное уровня. Но блоки, они просто могут случайно упасть, разбиться. Ну, как вы считаете, как по морю это вообще могли достать? С помощью чего? Ну, ваше просто предположение. Подводные лодки. И, как ни странно, но тут ближе всего, в общем-то, даже такое достаточно абсурдное предположение. Потому что если этому подгрузим с вами своеобразные плоты или корабли, просто под тяжестью он может уйти под воду. Но если мы, согласно закону Архимеда, погрузим некий груз в воду, он становится же легче. Изготавливали, между прочим, что-то напоминающее своеобразные катамараны. Помещали блоки, специально крепленные в сети,
И по морю доставляли именно вот так эти каменные блоки сюда. И здесь уже из них вытачивали то, что нужно было выточить. То есть здесь скульптуры, которые мы с вами видим. То есть вот таким образом. Хорошо понимаете, что, собственно говоря, были же, конечно, подъемные механизмы, то есть были краны. Не просто это с физическим человеческим трудом все осуществлялось, все строительство. Были, конечно, какие-то новые введения. С помощью, конечно. Не это строили всегда высокообразованные люди, то есть специалисты в этой области, то есть инженеры и строители. Рабы, ну, во-первых, здесь в основном вся Древняя Греция была это свободные граждане. Рабы в большей степени использовались в Риме. Ну, а здесь на каких-то тяжелых работах действительно арабская сила, она использовалась. Но в меньшей степени все это возводили специально обученные люди. Идемте дальше. То, что мы с вами здесь видим, это уже сокровищница Афинян. То есть мы такой своеобразный зал, сокровищница Афинян, с вами переместились. И вот то, как она выглядит, и то, что мы с вами видим, непосредственно на археологической зоне. Любопытно то, что она построена из очень интересных блоков. И вот часть этих блоков у нас с вами здесь, конечно, в музее находится. Если вы внимательно присмотритесь, все эти блоки, они испещрены всевозможными надписями. Что это? Это тексты, которые были высечены в камне. Это гимны, посвященные Аполлону. Но помимо гимнов, помимо текста на древнегреческом языке, между прочим, все то, что написано, есть небольшие значки между этими строками. Это что такое? А между прочим, при детальном исследовании оказалось, что это музыкальные и инструментальные ноты. И их переложили на современную модную грамоту. И оказалось, что это действительно инструментальные вокальные ноты. И мы с вами можем услышать, ну, теоретически, музыку Древней Греции. Каким образом вообще, с помощью каких инструментов извлекались все эти звуки? А с помощью, конечно, инструмента Аполлона. А инструментом Аполлона, прежде всего, является его золотострунная кефара. Есть, конечно же, и лира, есть еще и арфа. А если вы развернетесь, вы увидите подлинника. В моей руке, конечно, иллюстрация той самой копии. То есть это чаша, в которой изображен сам Аполлон, играющий на кефаре и совершающий некое жертвоприношение, возлияние сам себе. То есть тексты. Это тексты гимна, посвященного Аполлону, плюс инструментальные и музыкальные ноты. Ну а плюс ко всему у нас с вами были, конечно же, не только струнные инструменты, у нас с вами были совершенно другого характера инструменты. Так вот, это было произведено своеобразное деление в античной культуре, потому что культура в античности, она делилась на культуру аполлоновского начала, то есть изящная, да, скульптура, светлая, легкая, и дионисийское начало. Здесь и дионисийское начало дает понимание того и возникновение, то, что мы сейчас с вами называем театр. Потому что все эти инструменты они использовали с кем? Сатирами в основном, то есть теми козлоногими существами, которые входили в свиту Диониса. То есть дионисийское начало дает толчок возникновению театра, аполлонское начало дает толчок возникновению скульптуры и вообще развитию архитектуры. При соединении двух этих, собственно говоря, элементов мы с вами получаем вообще искусство Древней Греции. Очень любопытная чаша, в которой были какие-то возлияния, да, которая использовалась при каком-то ритуале, изготовлена была из розы. Но то, что мне здесь вам хочется показать, это тоже интересно. Во-первых, это так называемый терракотовый период в истории греческой архитектуры и искусства. Он занимал достаточно маленький промежуток времени, но он очень интересен, поскольку настолько навевает и нас относит к тому, что вся скульптура и вся архитектура Древней Греции была цветной. Это не просто, знаете, как вертикальные элементы выкрашивали там, в голубой цвет, горизонтальные в красный цвет, так это было изящное искусство, если вы приглядитесь, это же орнамент, который специально вырисовывали, чтобы это можно было действительно этим храмом красить. Плюс разукрашивали действительно скульптуру. Вот этот небольшой фрагмент, сохранившийся от скульптуры богини Афины Ники. Но вроде как, мы с вами знаем Афина, а победы Ника та самая, это совершенно отдельная. Но смотрите, Афина, она была многоликой. Она была и Промахус, то есть воительница, она и была Парфенус, то есть дева, в честь нее-то и строится как раз Парфенон, в честь богини Афины целомудренной, девы. Она и была Палеада, покровительница городов, главный город, который она покровительствует, это город Афина, носящий ее имя. Она же была и, конечно, богиней победы, то есть Ники. Она была одна, но она была многоликая. И согласно мифологии, когда Зевсу однажды предсказали, что тот ребенок, который, возможно, у него родится от богини мудрости Метиды, свергнет его с олимпийского трона. Чтобы этого не произошло, он берет и проглатывает эту Метиду.
Но через какое-то время у него ужасно разболелась голова. До такой степени, что он приказал своему сыну Гефесту изготовить специальный топор и разрубить ему голову. Гефест действительно изготовил этот топор, разрубил голову Зевсу. И оттуда в полном вооружении выходит богиня мудрости, она же победа и так далее и тому подобное, богиня Фин. Когда-то, несколько лет назад, старая археолог, экскурсовод, он загадал мне такую загадку. Говорит, как ты считаешь, почему Зевс родил ее? Ну зачем он ее родил? Вот эту загадку я вам тоже загадывала. Мне он полтора месяца не давал ответа. Каждый раз, когда я увидела, я придумывала ответы на философскую тему. Ответ оказался ироничным, из двух слов. У нас с вами нету полутора месяцев, у нас есть полутора суток, да, полтора суток у нас с вами есть. Поэтому ответ я вам скажу, когда мы будем находиться в музее Акрополи. Вот как вы считаете, зачем вообще Зевс ее родил? Почему он ее родил? Я даже подсказку не могу давать, потому что тогда ответ станет совершенно ясным, явным. Потому что мы с вами плавно переместились остатком того храма, который мы уже видели. Приятно мне с вами, мне это даже вам говорить, потому что за три года, во-первых, группа, с которой я туда вообще спустилась. Так что у нас с вами, нам везет. Так вот, это, конечно, действительно очень интересная круглая постройка, которая имела 20 дорических колонн по диаметру. А вот внешний тот самый фриз, он был нарисован на сюжет, который называется «Амазона Махия». И вот то, что мы с вами видим, это, конечно, сохранившиеся фрагменты того самого сюжета. Такие фрагменты, они называются метопы. Но дело не в этом. Как мы вообще могли бы доказать это, показать и догадаться, что это амазонки? Ну, во-первых, амазонки – это то женское воинствующее племя, которое имеет, не имеет груди. Для чего? Во-первых, амазонки сами себя лишали этой груди. Для того, чтобы в лучшем случае ее перетягивали, в лучшем случае они действительно ее отрезали. Для чего? Для того, чтобы можно было натягивать тюрьму, да, носить колчан со стрелами, чтобы ничего не мешало. Смотрите, как интересно. Мазо по-древнегреческому – это грудь, а мазо – это отсутствие груди. Вот поэтому возникает то самое женское племя амазонки. И, дорогие мужчины, вы можете так закрыть уши, но вы там использовались лишь только для одного – для продолжения рода. После чего вас убивали, умертвляли, выкидывали. Но это правда, это действительно так. Так же, как вы убивали младенцев мужского пола. А вот женщины или младенцы женского пола, они, конечно, воспитывались в духе амазонок. Конечно, хорошо надо понимать, что у них была определенная такая градация на слои. То есть были кормилицы, были воительницы. То есть какой-то вот этот вот социум, да, он существовал. То, что мне хочется вам здесь показать, вот я всегда, когда захожу в этот зал, у меня почему-то вот в голове крутится эта фраза. В греческом зале, да? Мышь белая. Ну, я не знаю почему, но вот как-то здесь, как-то однозначно это все всплывает в голове. То, что вы видите, это, конечно, скульптура именно классического периода греческой скульптуры и архитектуры. И то, что я вам хочу показать, вот две скульптуры Кабинара, далеко ходить не будем. Они, конечно, в корне отличаются от тех двух скульптур, которые мы видели в предыдущих залах. И это уже, конечно, скульптура, которая была построена через примерно 100-120 лет. Смотрите, как она шагнула, но в прямом смысле ожила. В V веке возникает то, что мы с вами называем культ человеческого тела, культ атлета. Все поголовно являются фанатами всех игр. Олимпийские игры, игры Дельфийские, были еще и Истмийские игры, были Немейские игры. Игры олимпийского характера, вот такого праздника, было огромное количество. Вот здесь тоже проводились такие игры. Значит, скульптуры здесь могли ставить и устанавливать лишь только победителям таких игр. То есть в данном случае дельфийских. И по телосложению мы с вами можем очень хорошо сказать, какой из них является победителем какого состязания. Это более мощное тело. И вот этот вот юноша, он является победителем состязания Панкратиона. Что это? Борьба. Бокс, борьба, это такой был смесь, рукопашный бой. А вот этот молодой человек, они, между прочим, между собой тоже являлись братьями, он является победителем состязания легкоатлетического характера, то есть бегун. И по телосложению, в принципе, это хорошо можно догадаться, что они совершенно разные. И действительно, у них есть и инерция движения, и некая такая вот, знаете, как где-то нога расслаблена, где-то она была напряжена. То есть вот определенный характер жизни каждой скульптуры в отдельности, он существует. Помимо победителей,
Пифийских игр, здесь ставили еще, например, скульптуры, если вы наоборот посмотрите, возможно, это одному из жрецов этого храма, возможно, это какой-то был человек, который, ну, преподнес огромный дар, да, и таким образом увековечил в память не только себя, но и свое семейство. То есть это вся скульптура классического периода. Плюс, конечно, то, что я хочу вам показать, изначально ваше внимание, это, например, уже другого образа колонна. Это 14-метровая была коринфская колонна. Когда появляется растительный орнамент, это и есть уже коринфская колонна. Это третья колонна, появляющаяся в искусстве Древней Греции. Плюс на вершине этой колонны мы с вами видим изображение скульптур трех девушек. По преданию, они являлись тремя дочерьми мифического царя Кекропа. Царь Кекроп – основатель Афин. И они юны, они находятся в каком-то ритуальном танце. И как я понимаю, что они, во-первых, юны, да, покрой их платье не закрывает колено. Он очень прозрачный. Когда-то, по преданию, они держали в некий золотой треножник, который, к сожалению, как очень многое, было просто вывезено, разграблено и расплавлено. Это небольшая, скажем так, колонна, или схематичное изображение, видите, впереди. Что же касается этого, очень похоже на древнее. А это, между прочим, узи. То есть это место кузнец, это римская копия. Ровно такую же римскую копию, немножко другой характер исполнения, мы с вами увидим на археологической зоне. Так вот, посмотрите, как выглядел рабочий кабинет Пифии. Я вам говорила, что это находилось все в подземелье, то есть под храмом. Внутри помещение оно делилось на две части. Давайте так вставим, чтобы вы у меня это все видели. Да? Оно делилось на две части. То есть за ширмой, за шторкой, за более тонкой перегородкой сидел человек, который на самом деле только слышал Пифию. Он ее, в принципе, не видел. А здесь уже был рабочий кабинет, где она восседала на одном из треножников. Ну, то есть треножников, помните, их было обнаружено здесь много, но характер не был явный. Держала в одной руке ветку лавра, в другой руке она держала конец шерстяной нити, которой был обмотан тот самый амфалос. То есть вот это вот пучки, которые видите, это символ такой своеобразной шерстяной нити. И при этом она еще надышалась определенных ароматов и начинала, естественно, вещать, что-то рассказывать. Ну а люди, собственно говоря, все это верили. А мы с вами знаем прекрасно, что это был хорошо поставленный спектакль. Действительно, здесь есть две небольшие скульптуры, о которых я несколько слов вам хочу рассказать. По земле сфотографировать. Во-первых, это уснувший, случайно ли, не случайно, но утомленный своими трудами бог любви Эрос. Такой вот очень действительно симпатичный маленький карапуз. А между прочим, он действительно был самым коварным богом. И его-то как раз стрелам никто ему вообще не мог противостоять. И вот когда-то Аполлон имел неосторожность оскорбить Эроса и назвать его ненастоящим богом. С игрушечными стрелочками, действительно, и ненастоящим игрушечным ногом. Естественно, Эрос на это обиделся и сказал, что знаешь что, Аполлон, когда я вырасту, я тебя возьму и отомстю. Он, конечно, не вырос. Но в итоге действительно отомстил Аполлона. Помните, я вам рассказывала, когда мы проезжали ущелье Темби вчера, что именно сюда Аполлон прилетает, на берег реки Пенея, чтобы смыть кровь со своих рук, то есть очиститься от убитого змея Пифона. И вдруг на противоположном берегу он увидел прекрасную нимфу Дафну и влюбился в нее. Влюбился только он как раз не без помощи Эроса, который взял свою стрелу золотую, приносящую любовь, стрелу в Аполлона, а стрелу серебряную, приносящую мне любовь, он стрелял, естественно, в Дафну. Что началось? Аполлон за Дафни, Дафни от Аполлона. Они, конечно, долго там бегали по горам и холмам, пока бедная Дафни просто не взмолилась о помощи олимпийским богам, с просьбой, ну что-нибудь сделать с притязаниями Аполлона, потому что больше уже невозможно. Но боги ничего не придумали другого, как взять, превратить ее в дерево. Вот эта знаменитая скульптура, композиция, которая, где Дафни превращается в дерево, ее хватает Аполлон. Если кто-то был в Риме, в галерее Боргезе, и работа Бернини, удивительная, гениальная на самом деле работа, это все мрамор, это фантастическое на самом деле, как мрамор, просто ткани мрамора, ну, из мрамора, это надо видеть, будет такая возможность, обязательно посетить эту галерею. Так вот, здесь действительно Аполлон, как только хватает юный стан нимфы, как в своих руках он увидел ствол дерева. Конечно, долго горевал Аполлон,
три дня. Ничего не оставалось другого, как мне сорвать. Да, мне тоже не смог увезти с собой. Но он сорвал несколько веточек этого дерева, сплел из него венок, водрузил себе на голову. Потом этим венком он будет награждать победителей Дельфийских игр. Потому что Дафни в переводе с греческого означает лавр. Это было лавровое дерево. И он сюда именно из ущелья Тембер, согласно преданию, принес огромное количество лавровых деревьев. Конечно, иногда думаю, что, может быть, и надо было согласиться на притязание Аполлона, чем всю жизнь, ну, представьте, лаврушкой быть, да? И это все, вот, скажем так, виновником была вот эта вот спящая, совершенно очаровательная скульптура, да? Что же касается той скульптуры, которая перед нашими глазами, это на самом деле тоже очень интересно. Скульптура 3 века, до нашей с вами эры. И это юная дама, которой года 4, не больше. Но она в свои 4 года, конечно, является кокеткой еще той. Смотрите, у нее поворот головы, хитрая улыбка. Скульпторы даже оставили те самые ямочки, которые есть на щечках. Были сережки, сохранились отверстия, наверняка какой-то был веночек. И, боже мой, что она делает? Она приподнимает полы своей одежды, оголяя часть ноги. Тогда показать часть щиколотки считалось верхом неприличия. То, что здесь такая своеобразная легкая ткань, считается, это не считается. То есть она, собственно говоря, пошла дальше. Это я все к тому, что, в принципе, наверное, уже установлено точное время возникновения женского кокетства. Да? То есть 3 век до нашей эры, оно уже было. И даже лишь только время оно развивалось. Вот это такая очаровательная юная дама. То, что мы с вами, во-первых, уже находимся в римском зале. То есть это, во-первых, небольшая плита, которая сохранилась, которая выглядела такие слова, что по приказу императора Домициана проводились в таком-то году восстановительные работы. Небольшой барельеф чуть внизу, это то, что находилось рядом с театром. Здесь мы, конечно, видим просто с вами сюжеты спортивных состязаний. То, что я здесь вам хочу показать, это уже римская скульптура. А характерной чертой римской скульптуры является на самом деле идеализация человеческого тела. Он настолько идеален, что, собственно говоря, прикопаться абсолютно к нечему. Это действительно идеальная мужская фигура, но при этом фигура, скажем, в частности, голова, она приобретает женские черты, женственные черты. Если бы мы с вами видели лишь только часть, скажем, отсутствия тела, да, видели только голову, можно даже предположить, что это изображение или голова какой-то женской скульптуры, да, женской фигуры. Но это и вот эти крупные букли, да, такие своеобразные, соответственно, кудри, это и слишком пухлые губы, это все идеализированные черты. То есть они преувеличенные, ровно как и полная идет симметрия человеческого мужского тела. Но, между прочим, вот у этого юноши есть имя. Зовут его Антиной. Во-первых, там небольшой фрагмент, как его нашли. Да? И кто он был такой? Он был фаворитом императора Адриана. Император Адриан – это тот самый император, который ностальгировал по утраченной греческой культуре. И он, конечно, здесь, в начале 2 века, проводил реставрационные работы. И вот когда-то юноша Антиной, он услышал то, что если пожертвовать жизнью во имя обожествления фигуры императора Адриана, то те годы, которые он не проживет, они будут переданы, соответственно, этому императору Адриану. На самом деле, такое достаточно абсурдное было предсказание, да, но юноша этому поверил. Он сбрасывается с корабля в море. Он, конечно, был недолгое время фаворитом императора, но когда Адриан узнал, он, конечно, пришел в полнейшее такое горе и печаль, потому что он не ожидал от своего фаворита такого поступка. И он решил тогда во имя обожествления, скажем, его фигуры, его на самом деле обожествить. И вот в римскую эпоху возникает целый культ юноши Антиной. В честь него ставятся скульптуры, в честь него чеканятся монеты. И это было повсеместно по всей территории Римской империи. Не забывайте, в середине 2 века до нашей эры Греция уже была захвачена Римом. 2 век, то есть это спустя 400 лет, идет обожествление фигуры Антиной на всей территории Римской империи. Идемте. То, что я хочу вам показать, это, конечно, уже своеобразная визитная карточка Дельфийского музея. Юноша Возничий, да? Дельфийский Возничий. Скульптура полностью изготовлена была из бронзы. Это была какая-то композиция, от которой, к сожалению, сохранилась лишь только мужская фигура. А композиция выглядела примерно так. Вот мы можем предположить, то есть части сбруи, ну, скажем,
скажем так, крута лошадей, части копыт лошадей, мы, в принципе, видим часть юноши одного, который как будто бы остановил, помог остановить юноше эту колесницу. Во-первых, я вам говорила, что есть театр, где проводились музыкальные театральные состязания. Был стадион, и есть стадион, где проводились, естественно, соревнования легкоатлетического характера. Так вот, был, я ничего вам не сказала о том, что где находится стадион. Ипподром, где проводились конные состязания. Так вот, ипподром предполагается, его так и не обнаружили. Он находится где-то ближе к побережью Карибского залива, то есть там, где городок Итея. Вот там, возможно, находится ипподром. То, что он является победителем именно конных состязаний, это абсолютно точно. Другим просто здесь скульптор не ставит. Этот юноша, который управлял своей колесницей, который уже пересек финишную черту, но который, видимо, еще какая-то цель есть. Скажем так, пальцы расслаблены, они больше не отпускают, но при этом сохраняется напряжение в руке. И очень хорошо видно, как можно было в металле отразить вот это напряжение. Напряжение сохраняется не только лишь в руке, там, во взгляде, но и сохраняется и показывается в металле на ногах. И вот эти вот пальцы, которые тоже напряжены, то есть это вот действительно была прекрасная работа по металлу. Плюс его такое худое тело, оно устроено, обтягивается хитоном. Чтобы хитон и чтобы полы хитона не раскрывались при движении колесницы, соответственно, колеса не запутывались, он позади этот хитон капота специальными ремнями. Это прекрасно позволяет ему открыться. Плюс ко всему, конечно, вот голова его, она изумительная. Сейчас отдельно покажу. Смотрите, это немножко увеличено. Во-первых, конечно, глаза, они, возможно, не настолько изумительной работы с точки зрения, если сравнивать с глазами Аполлона, но они здесь обрамлены уже медными ресничками. Да? Плюс здесь в глазницах тоже были вставлены полудрагоценные камни. Плюс вот пухлость губ в данном случае она достигается двумя медными пластинами, которые были потом наложены. Плюс истинно греческий профиль. Кудри у меня не такие буквы, соответственно, которые мы видели в предыдущей скульптуре, но они тоже очень интересно оформляют его лицо и такую достаточно мощную шею. И самое интересное, коли он является победителем Олимпийских игр. Лента победителя ему уже повязана на голове. А это знаменитый рисунок Меандра, то есть ломаная геометрическая линия, которая возникает на рубеже 8-7 века до нашей с вами эры. Это символ вечной удачи, вечного здоровья и вечной такой вот радости, вечного богатства. Это то, что впервые сначала возникает в керамике, а потом уже распространяется и в орнаменте одежды. И более того, именно такую ленту победителя, помимо лаврового венка, будет повязывать победители здесь в всевозможных соревнованиях. Это, конечно, не лучше возничий. Идемте дальше. Мы с вами, конечно, увидели здесь макет. Через какое-то время мы с вами увидим и в живом, собственно говоря, изображение археологическую зону. Это аэрофотосъемка той местности, в которой мы с вами находимся, в которой пройдем. Смотрите, это музей, внутри которого мы с вами есть. Да? Это археологическая зона. Чаша театра очень хорошо видна. Стадион. Это здесь вот в 4 сантиметрах. Да? Стадион. Это аэрофотосъемка. Далее. Как на самом деле, когда пришли в конце 19 века французские археологи, что они увидели вот на всей этой местности, то есть вот, грубо говоря, на этом макете? Они увидели то, что я вам сейчас покажу, они увидели деревню. То есть вот на археологической зоне была деревня, то, что вы видите. Как же между собой соседствовали эпохи? Посмотрите. Архаическая эпоха, римская эпоха, ну, назовем это современностью. То есть на храме просто, или на каких-то таких археологических, получается, с нашей сейчас точки зрения, фрагментах стояли просто дома жителей. Вот этого небольшого, конечно, их полностью все сносят на французские деньги, потому что французский парламент, он одобряет эти кредиты. Соответственно, это все снесли, выкупили специально рядышком. Тот самый участок, городок, который мы проезжали, назвали его Кастель, сейчас он Дельфа называется. Соответственно, таким образом очистили путь к сокровищам Дельфийского оракула. Пойдемте. Набираемся воздуха, свежего, и идем в сторону зоны археологической.